worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as... Друзья, всем доброе-доброе утро. У нас тут праздничное утро. Что может блогер получить на день рождения? Конечно же, стабилизатор. И когда была Ирина в гостях, я увидела у нее вот эту штуку. Я сначала даже не знала, что такие существуют. Это, спасибо. Это, короче, такая штуковина, которая стабилизирует картинку, чтобы не дрожала, чтобы можно было спокойно, например, снять рум-тур. Вот, я все никак не сниму рум-тур, но вот с этой, с этим стабилизатором я точно это сделаю. В самое ближайшее время будет новогодний рум-тур. Так, у нас тут папа на кухне. Папа готовит. Готовит свой фирменный омлет английский. Здесь фишка в том, что здесь нет молока. И вот его периодически нужно так вот просто помешивать, чтобы он как однородная масса не приготовилась, и все. Буквально тут 10 там яиц, да, на нас? Ну, 10, да, ну, каждому там по 2 яйца, по 2,5. Но это очень сытный омлет, вот скушаешь его, и все, и хватает очень надолго, до часу точно вообще не проголодаешься. Мы, кстати, любим яйца на завтрак есть. Вот так, да, он должен выглядеть. Всё, вот такой. Это вот, как да. крамбл, как да, он называется? Поболтушка. Поболтушка. По-русски поболтушка. У девчоночек тут кружок рукоделия. Не показывают. Мне открытки мне делают. Да? Вот такая у меня теперь шайтан-машина будет снимать вам видео. Сюда вешается камера. И он стабилизирует картинку, нет трясущихся рук, вот, очень удобно снимать, вот, поэтому буду снимать для вас видео. У нас выпал снег, вы посмотрите, какая красота, вот эта елочка, помните, как мы ее спасали? Надо ее подстричь немножко, она как-то начала пускать ветки очень активно в верхней части. Снежок идет, мороз, где-то минус 5 у нас. Мы, кстати, не укрывали еще розы. Я имею в виду, именно вот таким полотном не укрывали. Но на выходных обещают у нас минус 14. Поэтому это нужно сделать в самое ближайшее время. Целое утро сегодня играю со своим стабилизатором. Мне пришла посылка на почту. Сейчас поедем, съездим на почту. У меня, кстати, сегодня выходной. Я взяла себе day off, так сказать. У нас есть такая возможность в честь дня рождения брать себе один день отпуска. В общем, я сегодня в отпуске, можно так сказать. И уже испытываю свой тут стабилизатор, уже пересмотрела кучу видео. В итоге, не знаю, пока я вообще зеленый в этом плане. Сейчас с девчонками сходим в Валберес и на почту. Мне там приехала очень интересная посылка. И заодно покажу вам свои подарки, которые подарили мои близкие на день рождения. Вот еще мои подарочки, помимо стабилизатора. Это вот такие чаши от фирмы Staub. Я давно о них мечтала. И не только мечтала, потому что они полностью керамические, такие тяжеленькие. И, друзья, вы посмотрите, какой у них красивый цвет. Это просто вообще. Они настолько гармонично вписались на мою кухню. В общем, это подарок от всех моих родственников, от друзей. В общем, все, что мне дарили деньгами, я это все обналичивала вот в такую посуду. Еще заказала вот такую форму, только диаметром 28 сантиметров. Но она мне придет чуть позже. У нее почему-то доставка была только на завтра, на 18 ноября. Вот. А давайте пока расскажу, что это конкретно за чаши. Вот это керамическая чаши, они такие тяжеленькие. Это можно использовать и как салатник, как чашу для смешивания. Вот этот нам уже полюбился, мы его уже один раз использовали как салатник, он такой поменьше. И вот такая вот форма для выпекания, но в ней также можно, например, подавать. Я подаю в ней там картошечку, например,
например. Она такая компактная, 24 сантиметра в диаметре, поэтому я купила себе одну побольше, другую поменьше. Побольше можно, например, выпекать курник, тоже подавать там мясо. А вот поменьше, такая больше для гарниров, тоже интересно, можно ей сервировать стол. В общем, друзья, я такая счастливая, что у меня появилась вот такая вот серия. Это не бюджетная посуда, но вот на день рождения можно себе позволить подарить, а потом пользоваться. И сегодня от мужа, от детей получила в подарок орхидейку, новую жительницу. Уже поставила ее в водичку, она там напивается, потому что она прям была такая пожухшая. Сейчас я смотрю, уже прям напилась моя новенькая девочка. У нее два цветоноса, и вот буду теперь ухаживать, и теперь буду знать, что именно орхидеям нужно больше света. Ну, сейчас у меня здесь планируется зимний декор, поэтому я думаю, что поставлю ее вот сюда. Сейчас покажу, куда. Поставила ее вот сюда. Конечно, она немножко упирается в полку, но пока не куплю ей горшок, хочу вот в такой горшок ее потом пересадить. Вот, пусть она у меня здесь поживет. Так как у меня новая посуда, и я хочу организовать один шкаф для, точнее, ящик для хранения вот этой новой посуды, купила вот такой органайзер и хочу сейчас обустроить один ящик. Choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little... Вы посмотрите, как все классно сразу стало организовано. Сюда сложила все мисочки. Тут мерные стаканчики, ситечко. Смотрите, как здорово, можно под размер любой чаши, кастрюли. Кстати, она еще выдвигается, приспособить вот таким образом именно вертикальное хранение. Видите, у меня здесь доски, форма для маффинов, форма для пиццы. Смотрите, как все организовано, мне прям очень нравится. Ой, смотрите, какие мы книжечки с Анютой купили. Анют, можно я покажу? Да. Смотрите, какие классные. Это фирма Бондибон, лабиринты, игры в дорогу. Это вот Анечка у нас очень любит лабиринты, да, Анют? Да. Так, а вторая покажи, какая у тебя? Различия. А, здесь нужно найти различия. Смотрите, тут в комплекте идет фломастер, который стирается. Еще тряпочка, да, Нют? Покажи, да. Тряпочка еще идет. Можно, например, да, проходить лабиринты, тут же стирать, проходить еще раз. Очень хорошего качества, прям вообще обалденно. Вот здесь вот на магнитиках. Вот так вот с собой куда-то взять в дорогу, да и просто вот под елочку положить. Детишкам, мне кажется, очень понравятся вот такие игры, так что ссылочку тоже на них оставлю, где покупала, по-моему, на Озон. А еще у нас есть очень классная вот такая вот игра, нам ее подарили наши друзья на прошлый Новый год, называется она «Черепашьи бега». Друзья, это вообще мы так в нее любим играть, я прям вам от души советую. А здесь, в общем, смысл в чем? Вот есть карточки, есть вот такие черепашки, и они должны прийти вот сюда на полянку, кушать
кушать капусту. И вот здесь начинается старт. И вот ты достаешь, например, там зеленая на один шаг, красная там на два шага назад. И вот они могут друг на другу на спину залезать. И, в общем, очень такая интересная игра. Мы прям с девчонками подсели. Каждый вечер играем. Она, конечно, не бюджетная, но, знаете, вот мне кажется, вот я лучше заплачу там побольше денежек, но чтобы игра была достаточно интересная. И, кстати, я еще одну игру девчонкам тут недавно купила, сейчас тоже покажу. Вот такая Шамиля Ахмадулина. Вообще мне очень нравятся книги Шамиля Ахмадулина. И я даже не знала, что у них еще есть вот такие игры. А здесь получаются карточки. И нужно находить ошибку. Инструкция есть. Можно еще играть в детективы. Но вот мы пока остановились на том, чтобы искать ошибки. Да? То есть, ну вот ошибки. Какие здесь есть ошибки? Да? Что вместо чашки здесь кроссовок. Да? Да, в кроссовок наливается чашка. Ну, то есть такая логическая загадка, да, то есть что не так. Вот, тоже советую. Очень классные игры вот у Шамиля Ахмадулина и у Бенди Бон. О, друзья, это вообще для блогера, конечно, стабилизатор – это очень нужная вещь. Я прям хожу, у меня ничего не получается, он у меня выдает какую-то ошибку. Я снова смотрю видео и англоязычные, чтобы его настроить, но в итоге, мне кажется, я его все-таки настроила, и теперь мои видео будут намного качественнее, так что спасибо, дорогой муж. Кстати, если вы блогер, и вам будет интересно, я снимаю на камеру Canon G7X. Вот, мне она нравится, но если, конечно, будет возможность, я ее поменяю на какую-то другую. Значит, мы сейчас идем Сашеньку провожать в школу, а потом с Анечкой заглянем в магазин, купим продукты, и я вам покажу, что хочу приготовить. У нас на улице настоящая зима, обалдеть. Я уже надела свой комбинезон, который покупала в прошлом году. Ой, куда я убежала? Я тебе, короче, долго буду играться с этим стабилизатором. Люди на меня на улице будут смотреть, как настоящего блогера. Вот. Все, идем в школу. На улице классная погода, вообще супер. Да, у нас из детской видно нашу школу. Вообще, ее построили только в 2019 году. И до этого, когда уже люди здесь жили, в этом маленьком городочке, все возили на автобусах своих детей в другой населенный пункт. Вот. А сейчас нашу школу даже расширяют, строят еще один корпус, потому что сейчас люди учатся в две смены. Это неудобно, но это из-за ковида было сделано. Но и в целом, как бы, хотят расширить саму школу. И еще на 560 мест будут строить вон за тем синим забором. А вон там у нас очень красивый лес. Ну, пока. Пока, солнышко. Пока, удачи. Приноси пятерки. Аня, ну а мы с тобой идем куда? На. Ура! Пойдем. Вон там у нас находится Магнит Косметик. Вон там у нас Пятерочка. И чуть подальше, вон там Перекресток. У нас всего два магазина. Вот, мы сейчас идем с вами в Пятерочку. Хочу купить какие-то продукты. Не знаю, для праздничного стола. Не для праздничного. Вообще у нас сегодня никаких гостей не намечается. Просто будет обычный ужин. Так куплю, может быть, что-то.
Ну, такое вкусненькое, в общем, приготовим. А здесь очень много вот таких вот трехэтажных жилых домов. Есть детские площадки у нас. Кстати, с этой стороны тоже поселок окружен лесом. So steady, even gold won't turn your tide. Друзья, вернулись мы домой с покупками. У нас в городе, как я уже и сказала, два магазина. Это Пятерочка и Перекресток. И сегодня я купила продукты для, ну, такого небольшого праздничного стола. И давайте сейчас расскажу, что купила и что буду из этого всего готовить. Забыла сегодня свои пакетики, выбежали из дома, опаздывали уже в школу. Такие многоразовые. Вообще я не люблю покупать именно в полиэтиленовых пакетиках. Вот овощи, фрукты всегда беру с собой, в Пятерке они продаются. Вот, но в этот раз, к сожалению, забыла. Смотрите, давайте пройдемся по... Давайте с горячего начнем. Купила куриные бедра, мои любимые петелинка, вот, вот такие прям обожаю. И хочу приготовить такие рулетики, отобью их и потом внутрь заверну творог с какими-нибудь травками. И, значит, заверну потом все это в бекон и запеку в духовке. Это, друзья, очень вкусно. Кстати, такое блюдо можно замораживать, и оно прекрасно потом после разморозки можно прям в духовку. На 40 минут и все супер, просто очень вкусно, сочно получается и быстро. И хочу приготовить два салата. Купила овощи, конечно, с овощами сейчас совсем беда, но вот, кстати, в Пятерочке вот эта фирма Global Village очень достойная. Купила помидоры, огурцы и перец. Да, перец вот. И вот такой сыр для греческого салата. У меня еще остались маслины, поэтому сделаю греческий салатик. И запеку овощи. Купила цукини. Мне, кстати, больше нравятся цукини, чем кабачки. Половинку возьму вот здесь вот от салата красного перца. Половинку запеку, половинку отправлю в салат. И здесь у меня баклажан. И еще я хочу сделать один салат из салата айсберга. Туда добавлю красную фасоль. Вообще очень быстро готовится. И морковку по-корейски. Вот. И можно еще, например, обжарить сухарики, тоже туда добавить и заправить все это сметанкой либо майонезом. В качестве закуски тоже хочу сделать такие бутерброды. Подсушу немножко вот такой вот хлеб, всегда покупая ржаной край, и на него, вот на этот подсушенный хлебушек, я положу творожный сыр, у меня есть, и красную рыбку. В общем, вот такой у меня сегодня будет стол. Ну, знаете, ничего такого сверхъестественного, но хочется как-то вот красиво все подать, украсить. Кстати, вот за все эти покупки мне вернулся хороший кэшбэк, потому что я подключила сервис пакет. Вот, смотрите, мои покупки вышли на 1928 рублей. И начислено баллов мне 404. Баллы начисляются на карту «Выручай карту», если вы совершаете покупки в Пятерочке. А если в Перекрестке, то на карту лояльности Перекрестка. В зависимости от магазина, в котором вы закупаете продукты. И если бы я купила все эти покупки без сервиса, то мне бы вернулось намного меньше баллов, потому что базовый кэшбэк по карте лояльности всего лишь 0,5%. А сервис-пакет увеличивает его до 5%. Так что, друзья, уже при следующей покупке могу списать все эти баллы, тем самым получить скидку на продукты. Вот. Для моих подписчиков по промокоду SKANDY сервис-пакет обойдется всего лишь в 1 рубль за первый месяц вместо 120. Так что пользуйтесь и получайте выгоду от своих покупок. Вы знаете, как я люблю handmade. Я сама вяжу и вообще очень поощряю ручной труд. И поэтому смотрите, что я заказала себе для дома.
Очень мне понравилась вся такая вот история с корзиночками ручной работы. И посмотрите, какое интересное оформление. Моя любимая бумага, да, ну как бы без пластика, это прям супер. И плюс такой осенний декор, кстати, у этой девочки, которая мне отправила. Кстати, эта девочка, которая мне отправила, она делает разный декор в зависимости от времени года. Ну, так как у нас еще осень, но за окном уже лежит снег, тем не менее, упаковочка осенняя. Кстати, вот эти листики сохраню для декора, например, следующей осенью. Ну что, интересно, что там? Давайте откроем, и я вам все покажу. Друзья, вы только посмотрите, какая вообще все это красота и милота. Я как сама, как вязальщица, я всегда поощряю ручную работу, хендмейд, и вообще прям супер. Давайте расскажу, что я заказала. Это салфетка из джута. Джут – это экологически чистый материал, безопасный абсолютно для окружающей среды. Я вот эту салфеточку заказала для чайника, чтобы когда завариваешь чай, вот сейчас давайте прям вот сразу буду применять и вам рассказывать, для чего я заказала. Смотрите, как здорово получилось. Я эту салфеточку заказывала для того, чтобы хранить на ней заварочный чайник. Так как у нас деревянная столешница, и вот когда ты завариваешь чай, очень плохо для столешницы, когда вот нагревается стекло и контактирует со столешницей. Поэтому я вот таким образом обезопасила свою столешницу. И тем самым, смотрите, как она сюда гармонично вписалась. Очень красивая вязка. А самое главное, это натуральный материал, никакой синтетики. Сашулька у меня очень любит закладки разные, и я ей хочу подарить вот такую вязаную закладку, видите, для ее любимой книги, чтобы вот она книжечку, которую сейчас читала, оформляла с помощью вот этой закладки. Посмотрите, как все ровно, аккуратно связано. Класс! И для каждого изделия есть правила ухода за изделием. Вот эту корзиночку я заказала для ванной комнаты, потому что она связана из полиэфирного шнура. Ну, это как бы синтетическое волокно, которое не боится ни влаги, ни выгорания, не вызывает аллергии, ничего. То есть мне как раз нужно будет складывать сюда какую-то, знаете, там пасты хочу положить. В общем, сейчас покажу вам, как я буду применять все эти корзиночки. И я заказала вот такую джутовую корзиночку из джута. Сюда я буду класть свою косметику. Смотрите, как идеально она вписалась сюда на раковину. У нее такая очень интересная вязка. В эту корзиночку планирую класть свои зубные пасты. Да, я вот такими пользуюсь. И у мужа здесь комплект для линз. Вот, чтобы здесь все не валялось на раковине. Я люблю, когда у меня все это в корзинке. Вот, очень удобно, организовано. Можно использовать для каких-то мелочей, например, ключи там класть. Вот, и она такая плотненькая, хорошо стоит. Вот, так что у меня вот такая вот обновочка. И вот сюда на комод в спальню я организовала с помощью вот этой джутовой корзинки из джута свою косметику. Вот, у меня здесь стоял поднос, но постоянно заваливались вот эти высокие тюбики с кремами, с дезодорантом там. И мне прямо вот сюда просилась такая вот корзиночка. И я вот решила в ней организовать все хранение. Очень удобно, вместительное. А самое главное, она прям сюда вот, знаете, идеально подходит под скандинавский стиль. У нее очень красивый цвет.
Видите, такой благородный, коричневый, классно сочетается именно с деревом и выглядит очень натурально. Ссылочку на страницу ВКонтакте мастера, который выполняет всю эту красоту, я оставлю в инфобоксе. Кстати, помимо корзинок, сервировочных салфеток, закладок, там есть еще подушки, да, чехлы на подушки, вязаные. Мне кажется, это прям супер, если заказать и задекорировать дом к новогодним праздником. И еще скоро появится в магазине новогодняя коллекция елочных игрушек. Начинаю готовить праздничный ужин. У меня сегодня будут запеченные овощи в духовке с травами. Также будут такие рулетики в беконе из куриных бедер и два салата. Вообще мы на ужин всегда стараемся кушать побольше овощей, и вот я очень люблю этот рецепт, он готовится очень быстро. Беру цукини, я в этот раз взяла цукини, беру красный перец и баклажан, складываю всю эту форму, поливаю маслом и насыпаю мои любимые травы, у меня это итальянские травы, и отправляю в духовку запекаться на 180 градусов примерно на 25-30 минут. Теперь начинаю готовить такие рулеты из куриных бедер в беконе. И буду начинять очень интересной начинкой в виде творога, маслин. И еще добавляю одно яйцо, чтобы все это связалось, чуть соли и ваши любимые травы. Вот такая начинка подойдет отлично для куриных бедер, либо для куриной грудки. Она сделает очень сочными ее. И я всегда использую вот такую начинку для вот таких вот рулетиков. Отбиваю куриные бедра молоточком, чтобы они немножко так расплюхнулись, при этом немного присаливаю, и, как вы видите, я использую пакет, чтобы меньше летело во все стороны вот этого куриного мяса, и складываю начинку внутрь, кладу небольшую ложечку, чтобы не вытекало, и потом уже беконом вот так вот сверху закрываю вот эти наши рулетики. Друзья, они получаются очень вкусные, сочные, и их, кстати, можно замораживать, а потом спокойно просто в духовку кладете. Такая заготовочка, очень быстро и действительно очень вкусно. Выпекаются данные рулетики в духовке минут 40-50, смотрите на, по своей духовке, я ставлю на 180 градусов, и в этот раз я решила все вместе запечь, и курицу, и овощи. На очереди у меня салатик, это греческий салат, очень люблю вот такое сочетание. Здесь у меня помидорки, огурчики, немного красного перца, такой сыр брынза, очень люблю вот это сочетание, брынзы, помидора. И я еще сверху посыпала небольшим количеством итальянских трав, немного присолила. И еще, кстати, в этот раз добавила лук-порей. Обычно добавляю красный лук. Немного взбрызгиваем оливковым маслом и добавляем маслины обязательно. Они придадут нашему салату некую пикантность. И все, наш салатик готов. Еще один салат, который я решила сегодня приготовить, тоже моя палочка-выручалочка. Готовится он очень быстро, и, в принципе, все ингредиенты всегда есть у меня в холодильнике. Я беру салат айсберг, режу его вот такими, ну, как полосочками, что ли. Беру морковку по-корейски, она у меня уже готовая, очень удобная, купил. И добавляю еще консервированную фасоль. Заправляю салатик сметанкой и добавляю еще мои любимые специи, которые мне прислала моя зрительница. Они просто идеально подходят для этого салата. Ну и все, наши салатики готовы.
Обожаю сервировать стол, тем более у меня здесь небольшие новиночки, обновочки для дома. У меня новая скатерть, на ней такие ветки кедра и шишки. А еще на Валберес я приобрела вот такие салфетки под приборы в моем любимом магазине Hello Home. Уже рассказывала про него неоднократно. Они прекрасно подходят под любой вид сервировки, будь то новогодняя или осенняя, или летняя. У них универсальный такой бежевый цвет. И, кстати, они сделаны вручную. И по качеству мне очень понравились. Так что советую, ссылочку на них оставлю в описании. Мы собирались всего лишь нашей семьей, это мои дочки, супруг, но все равно решили зажечь еще свечи, тем более наступает такая зимняя пора. Очень люблю свечи, они придают некий такой уют. И еще я достала свои тарелочки, которые большие для сервировки. И вот такой вот у нас сегодня будет праздничный ужин. Напишите в комментариях, как вам мои вот такие рецептики. So I put every single dream in you. But you said the bar. Друзья, ну, мы будем садиться за праздничный стол. Спасибо всем огромное за поздравления. Знаю, что под этим видео будет просто сумасшедшее количество поздравлений. Я обещаю на все ответить. Спасибо вам заранее огромное. И спасибо, что смотрите мои видео. Ну, а мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Всем пока-пока! What is love?